У нас в гостях Кулакова Лариса Викторовна, директор научной библиотеки имени Коняева ЛГУ имени Даля. И КАЦ Елена Васильевна, заведующая отделом информационных технологий и компьютерного обеспечения библиотеки. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Сразу же хочу вас поздравить, а конкретнее вашу библиотеку со столетним юбилеем. Это невероятно. Это очень большая цифра весомая, не каждая библиотека вообще может таким похвастаться. Спасибо. За 100 лет, пожалуйста, спасибо вам. За 100 лет какой, возможно, такой технологичный прорыв совершила ваша, наша библиотека? Ну, отвечу я. Технологичный прорыв в том, что, конечно, у нас есть сайт библиотеки. Его нам создали организаторы нашего медийного центра университета в 2019 году, потому как сейчас в наш век без сайта, без соцсетей никак, особенно после дистанционного обучения, очень большую важность это имеет. Также у нас есть программа, автоматизированная, интегрированная библиотечная система «Мегапро», которая нам была предоставлена в виде гуманитарной помощи фирмой «Дата-экспресс», город Москва. Она уникальная. Эта программа, она нового поколения. И только в нашем вузе она есть. Она создана по всем, в соответствии со всеми российскими ГОСТами, также образовательными ГОСТами. Это большой плюс. Ни одна библиотека Луганской области не имеет эту систему. Поэтому я считаю, это наш прорыв. Это наша особенность. Очень, да. В целом, вот библиотека, она помимо того, что есть вот такая интересная у нее технологичная вещица, скажем так, чем еще может похвастаться ваша библиотека? Ну, прежде всего, наша библиотека основана в 23-м году. И начало было положено из 55 книг, когда не было штатной единицы, не было помещения специального. И вот в 23-м году возникла необходимость создания такой библиотеки. И работа нашей библиотеки, конечно же, связана неразрывно с историей развития нашего университета, потому что наша библиотека – это специальная научная библиотека, которая создана при университете. Естественно, задачи, которые стоят перед вузом, это и наши задачи. Поэтому мы созданы помощь научной, учебной, воспитательной работе. И мы с этой задачей, в общем-то, справляемся. Конечно же, самое главное достояние любой библиотеки, помимо электронного каталога, это и фонды. У нас фонд составляет практически около миллиона изданий книг. И на все это, естественно, научные издания? Это нет, это учебное, это научное, это авторефераты диссертации, которые представлены, 36 тысяч у нас авторефератов диссертаций. Ого! Диссертационный фонд. Да, это наши научные работники, которые защищали свои диссертации. На нашей базе создан диссертационный фонд, около 1000 диссертаций. Поэтому это тоже достояние нашей библиотеки. И самое большое достояние – это фонд технической литературы, который представлен, у нас около 40% – это техническая литература. Это литература, которая не переиздавалась с конца 90-х годов. Она не очень хорошо представлена в интернете, в электронном виде. Поэтому это тоже наше большое достояние библиотеки. Такие вот уникальные есть какие-то учебники, конечно, книги. Техническая литература, с которой вот старых лет издания, она очень простая, доступная. И мы единственные фондодержатели технической литературы именно в Луганской Народной Республике. Нет, на самом деле вот правда, потому как вот я знаю, есть у нас ряд библиотек, и там, в принципе, ну, скажем, такая разношерстная публика из книг собирается, а вот у вас именно направление техническое. Да, у нас классический вуз, соответственно, библиотека при вузе, мы структурное подразделение вуза, и те задачи, которые стоят перед вузом, это и наши задачи. Поэтому мы в помощь вузу, скажем так, созданы. Насколько я знаю, в 70-е годы прошлого века библиотека начала прям активно развиваться, пополнять свои фонды. Это правда, да? Это правда. Но самый такой вот самое большое вот такое развитие библиотеки, это было в 2001 году. Библиотеке был присвоен статус научной, и началась компьютеризация библиотеки. И вот буквально до 2014 года мы работали в этом направлении около 10 лет. Эта работа велась. Но, к сожалению, вмешался 2014 год, когда было прямое попадание на территорию библиотеки. И, к сожалению, у нас пострадала вся компьютерная техника, программное обеспечение. Мы, соответственно,
остались, в общем-то, ни с чем. У нас mm-hmm. не было стекла практически в библиотеке около года. Нас mm-hmm. остеклили только там, через 11 месяцев. А как же книги хранились все это время? Ну вот, знаете, к счастью, у нас технический фонд был на первом этаже. Mm-hmm. Знаете, фонд не терпит перепада температур. То есть там mm-hmm. ну, немножечко пострадала, конечно, литература. В читальном зале нам пришлось списать часть фонда, потому что был нарушен температурно-влажностный режим, и, соответственно, часть литературы мы списали mm-hmm. именно по этой причине. Но в целом, вы знаете, вот благодаря Российской Федерации, как Елена Васильевна сказала, нам была подарена программа «Мегапро», библиотечная наша программа. Также волонтеры, мы обращались через социальные сети. У нас были частные две командировки, мы ездили в Москву, просили угу. помочь нам с техникой. И, к счастью, нам они откликнулись. Они нам подарили часть компьютерной техники, с которой мы сейчас работаем. И мы сейчас на данный момент ВУЗ перешел на российские программы. Угу. И, соответственно, у нас была нехватка и литературы в печатном виде. И нам вот на сегодняшний день Российская Федерация подарила 32 тысячи книг. Да, да, литература очень хорошая по всем направлениям деятельности университета. Да, и новая вся. 23-22 года. Поэтому мы очень счастливы. Да, нам предстоит большая работа для того, чтобы этот фонд обработать, зашифровать. И фонд, конечно, как можно быстрее угу. пустить. Ну, в общем-то, вот так что у нас такая большая радость, скажем так. Я вас поздравляю. Спасибо. Это прям такой подарок к вам. Да, да. К юбилею. Это большой подарок. Большой подарок большому юбилею, в общем-то. Да. А как вообще 32 тысячи книг сюда транспортировались? Это как-то на каких-то фурах? Потому несколько что, мне кажется, этапов. Самолетом. Да, несколько этапов. Угу. Поэтому студенты нам помогали разгружать эту литературу. Угу. Мы, естественно, размещали на первом этаже эту литературу. У нас при входе, в общем-то, лежит эта литература в ящике. Ну, до сих пор, да, пока что? Да, но мы угу. быстро так не можем сразу обработать весь фонд, но мы стараемся, ну, да. конечно, потому что преподаватели интересуются литературой, приходят в библиотеку, угу. поэтому мы стараемся как можно это сделать быстрее. Вот к слову, что часто приходят в библиотеку вообще вот посетители? Мне кажется, это прям ну, узконаправленная такая вот история, и поэтому только технические специальности к вам приходят. Нет, почему? Мы все-таки классический вуз, поэтому приходят все факультеты. Вы знаете, у нас на таком должном уровне воспитательная работа проводится в библиотеке. Угу. Причем наши студенты на сегодняшний день необычные студенты, они очень креативные, угу. поэтому они уже, знаете, не довольствуются теми мероприятиями, которые мы проводили. То есть, если это книжная выставка, угу. то это уже выставка не просто обычная выставка, это выставка-инсталляция, это выставка-персона. То есть, различные формы мы применяем. И наш акцент, конечно, на самореализацию студентов. То есть мы, если мероприятия проводим, мы стараемся, чтобы наши студенты участвовали в этих мероприятиях. Вот, кстати, о мероприятиях. Вот, Елена Васильевна, вопрос к вам. Когда завезли, в общем-то, вот эту мегатехнологию к вам в библиотеку, студенты как-то подключались к помощи, ну, осваиванию? Нет, она специфическая, это библиотечная, это больше только для профессионалов. Поэтому студенты, конечно, к ней нет. Единственное, конечно, она позволяет вот посредством этой программы мы через сайт ставим каталог, угу. и они уже могут, находясь дома, заходить в наш электронный каталог и видеть всю базу. Также у нас создана полнотекстовая база данных документов, то есть это все конспекты лекций, методички, учебники, учебные пособия, которые сдавались преподавателями нашего вуза. И, соответственно, согласно тому, что вот особенно 2 года дистанционного обучения нас перевели на эти рельсы, как говорится, оцифровки документов, и студенты, уже находясь дома или где они там находятся, могли угу. через наш сайт, посредством нашей программы, зайти и скачать нужный им документ. Это прям было беспроблемно, да? Беспроблемно, да. А сколько потребовалось времени на то, чтобы оцифровать вот такое количество материалов? Ну, мы потихоньку и до сих пор оцифровываем. У нас вот более 7 тысяч фонд, но мы все время оцифровываем, потому как, конечно, технические средства у нас только пока один сканер, но все равно того достаточно. Это непрерывная работа. Непрерывная, да, в принципе. Работа, mm-hmm. и поэтому, а также через сайт и посредством этой программы мы можем создавать свои электронные библиотечные базы, системы, mm-hmm. подключаться к системам библиотечным российским, то, mm-hmm. что сейчас очень важно. И, ой, ничего себе, вы прям можете даже как-то соединяться да, с другими библиотеками. И это тоже возможности этой программы. Мы можем соединяться с другими библиотеками электронными и иметь общее пространство. Mm-hmm. И наши читатели могут тоже пользоваться фондами других
других библиотек, по крайней мере, каталогам и делать запрос. Это тоже. Опять же, электронный читательский билет у нас теперь. То есть пользоваться полнотекстовой базой данных могут читатели, только имея электронный читательский билет. Прислать нам заявку, мы их регистрируем, и все. Тоже все онлайн. Это так здорово, на самом деле. Это действительно очень удобно, потому что не каждому там как-то по времени можно скооперироваться, чтобы прийти прям ножками в библиотеку. А вот телефон, как минимум, есть, мне кажется, у каждого. Мы стараемся подстраиваться. Ну и такой завершающий вопрос. Давайте вот по очереди, за что вы любите свою библиотеку? Вы знаете, я работаю в этой библиотеке 38 лет. Я 18 вы меня лет... удивляете цифрами сегодня. 18 лет пришла в библиотеку, и, в общем-то, по сегодняшний день я работаю в этой библиотеке. Я пришла сначала библиографом, потом я заведовала отделом, на данный момент стала директором библиотеки. И я ее люблю за все, вы знаете. Я люблю коллектив. У нас очень хороший творческий коллектив, который доказал и показал, как нужно работать даже в военное время. То есть, когда у нас не было стекла, мы восстанавливали библиотеку, потому что пострадала внутри и фонд, и компьютерная техника. Поэтому, вот, поэтому для меня там все дорого, понимаете. Мы очень много времени потратили на облагораживание библиотеки, то есть внутри. Поэтому это все создано нашими руками. Поэтому я, наверное, люблю все, вот, начиная от входа библиотеки и заканчивая вот, коллективом. Елена Васильевна, а вы? Я, конечно, меньше работаю, 18 лет. Нет, да, 18 лет. Попала, честно, в библиотеку чисто случайно. Я закончила университет по технической специальности, ну, и был уже в библиотеке создан отдел автоматизации компьютерного обеспечения. Ну, меня туда как бы пригласили, как молодого специалиста. Должности пока была лаборантом. Ну, и как-то в основном мы тоже только на компьютерах и на программах. Была программа, но была другая программа. Ну, не знаю, мне как-то так понравилось, интересно стало. Мы, конечно, непосредственно прям вот работаем с книгами, да, но, тем не менее, с электронными книгами. Что тоже и интересно. И когда, как мне, как молодому специалисту, было это очень интересно. Библиотеку видела с другой стороны, потому что, как бы, я 5 лет училась в университете, видела ее как читатель через читальные залы. А здесь я как-то уже по-другому посмотрела. Мне стало интересно. Ну, так как-то и осталось. Так здорово. Вы любите библиотеку, а я уверена, что библиотека любит вас. Мы надеемся. Потому как у каждого здания, мне тоже кажется, есть своя душа. Да. Оно родное. Да, мы проводим больше времени жизни своей как на работе. Вот на работе, да? Поэтому как это второй дом наш. Да. Это здорово. Поэтому мы привыкли уже к ней. Да. И родной коллектив. Мне очень всегда радостно на душе становится, когда вот приходят к нам гости, которые действительно горят и любят свое дело. Спасибо вам за то, что горите и любите свое дело. Спасибо вам. И долгих лет вашей библиотеки еще столько же... раз 10, как минимум. Спасибо большое. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Спасибо. Всего доброго. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас была Кулакова Лариса Викторовна и Кац Елена Васильевна. Хорошего вам дня и с юбилеем еще раз. Спасибо большое. Спасибо, хорошего дня. Утро Донбасса продолжается. Оставайтесь на Луганск 24.